с Владом, почему он стал петь такие добрые песни. Сочиняй мечты, пусть пригодится. Что случилось? С Владом все в порядке. Влад по-прежнему иногда хочет приносить людям гадость. Ага. Но однажды я реально на глубоком уровне понял, что важно жить не для себя, а для людей. И эту песню, когда я пою, каждый раз я себе об этом напоминаю. Нет, есть и другой вариант. Змей иногда ее напевает тоже. И я слышу, нет, цели лучше, и он это понял, чем приносить людям почту. Тоже хороший вариант. Почтальоны хорошие всегда в цене. В этом альбоме я пытался быть откровенным, какую-то свою личную правду помещать в песни, но я не достиг уровня Хамиля и Змея. У них есть песня из двух слов, и это чистая правда. Чистая правда. Вот такая. Хамиль, ром-пом-пом, и Змей, Хамиль и Змей. Вы поняли, поняли? Правдивая песня. Пацаны, я вас заметил. Хорошие вокалисты. Пригодитесь для припева следующего трека. Пусть пригодится. Да. Пусть пригодится. Пусть пригодится. Давайте в припеве следующего трека из альбома «Ясно, Змей и Хамиль». Трек называется «В студийной будке». Вот это то самое. Давайте, кто с нами? Не стесняйся. Позади ноги и меня не так жаль. Я здесь надолго и вера моя крепнет. А мне груз и без бут меня летят.